Да, в принципе, можно подарить, купить, и все, и будет. Правда. О, Женя бы сейчас Жукова сюда. Блин, тут раритетный фотоаппарат. Ух ты, смотри, это бокс для подводной съемки. Прикинь, это? Бокс для подводной съемки. А, в котором плавал? Для камеры. И для видеокамеры. Здоровый. Это же вообще, он тяжелый, неудобный. Сейчас вот эта штучка все снимает. Бинокль 700, подумай, как мы нашли. А это пленочный, Никон, блин. Интересно, он рабочий, наверное. Это пленочный Никон, вот он. Угу. Ой, сними ко мне, я это... За ними гонялись. Коля родственник, мне нравится это все. По какому Коле? Ну, вот Наташа, не сильно фотки вырежешь. А что ему это смотреть? Ему это надо? Ну, это интересно, Дима, собирается, как фотоаппараты старые покупают. Ой, а вот это что такое? Может, ему... это видеокамера старая. Сейчас тебе скажу, что... Слушай, это доллар. Что-то 300 крон он стоит, что-то копейки. Я просто такой купил себе на сайте. Ну да. Нет, не может быть это доллар. Еще 300 крон. Да что-то нереальное, Лен. Может, она вообще не рабочая. Да, она, наверное, 300 крон стоит. Вот это практика, 1700 крон. Тоже. Я таким даже пробовал фотографировать, не фотограф давать. Лейка старинная. Да. Вот он круглый глаз этот, видишь, который... Ну ты снимай, снимай, я ему пошлю. Да снимай, снимай. Это еще не покакал, да? Роли корт, вот этот вот фотоаппарат классный. И есть еще няшика такой, я тоже. Смотри на этот. Пипец. Вот это съемки, а это? Как они таскали раньше такое? 29. Три объектива. А это зачем? Это микроскоп. А вот, смотри, какой. Тоже, это видеокамера. Мимия. Ну. Мамия. Старая все. Пойдем, выйдем, а потом еще следует. Вот, Яшика Флекс. Это я знаю, это я пробовал. Яшика Рефлекс. Яшика Флекс. Яшика. Вон, Яшика. Мне Брянск давал фотографы, я мог его купить. Я даже. Ну там специальные слайды, то есть уже такого это не было. Что ли? Да, да, да. У нас в Брянске вот это есть. Что-то их не видно. А где мы? А вот вход, нету их. Давай дальше посмотрим. Вот тут целая витрина. Фото, оптика, видео, видишь. Тут завал этого все. Здесь что-то. Да? Обзорные трубы, это интересно. Какие-то компасы, смотри, ну да, все вот это вот, оптика, да, вот все это.